Издательство 1С Паблишинг представляет. Владимир Корн. Артуа. Ученик ученика. Часть первая. Глава первая. Афродит. В правом боку – Колола. Я немного передвинулся и посмотрел направо еще немного мутным после сна взглядом. Камень? Да еще и торчащий из песка. Откуда? Вообще-то я засыпал в своей постели и искренне надеялся проснуться там же. Ладно, может, и не совсем там же. Были у меня и другие планы, даже телефон поближе положил, чтобы сразу ответить. «Один звонок, милая, и я примчусь, чтобы обжечь тебя огнем своей любви». На ноги с мягким шорохом накатила теплая волна. «Так, а вот с этим совсем уже непонятно. Ведь от моего дома до ближайшего моря, как до Пекина, в позе дачника. Сам Пекин, кстати, значительно ближе. И еще на дворе, как-никак, декабрь. Не самое удачное время принимать солнечные ванны, а у меня ощутимо горят плечи, и голову явно напекло. С трудом соображаю. Хотя с головой-то, пожалуй, не привыкать, обычное состояние и без солнечных ударов. Я вскочил на ноги, утвердил пошатнувшееся тело в строго вертикальном положении и огляделся. Красиво, черт возьми как в моих мечтах перед сном, когда я оказался на необитаемом тропическом острове, скрываясь от мелочных злобных людишек, которые почему-то даже не задумывались о том, что им привалило немыслимое счастье жить на одной планете с таким замечательным человеком, как я. Правда, в своих мечтах на острове я был не один, а в компании с двумя очаровательными созданиями, буквально боготворившими меня, натуральной блондинкой и жгучей брюнеткой. Мои мечты тогда так взволновали меня, что пришлось идти на кухню, выкурить сигарету и выпить стакан холодной минералки. Все это время я поглядывал на телефон. Ну позвони же, черт возьми. Мы и так уже почти неделю в ссоре. В конце концов, ты сама виновата. Артур, тебе скоро 30, а у тебя еще детство играет в том месте, которое не для этого предназначено, заявила она. Это случилось после того, как я отказался от одной вакансии с большими, да чего уж там с огромными перспективами в плане карьерного роста но как же мне объяснить тебе милая что на свете столько интересного красота северного сияния запах берега где так давно не был прощальный привет заходящего солнца зеленый лучик устремленный вертикально в небо который можно увидеть только в открытом море через бинокль или пеленгатор а сколько в мире не раскрытых тайн один тунгусский метеорит чего стоит новая же работа подразумевала вечное сидение в общем кабинете с редкими вылазками в соседние города. Поразмыслив немного, я пришел к выводу, что долго удержаться там не смогу. Да и очень не хотелось подводить людей, хлопотавших за меня. Так, быстрее в тенек. Явно перегрелся. И во рту все пересохло. Я доплелся до ближайших кустов, росших на берегу, и рухнул в благословенную тень. Здесь и песочек прохладнее. Теперь воспользуемся старым добрым методом ниндзя, чтобы избавиться от жажды. Он совсем несложный и всегда помогает. Достаточно лишь ритмично покусывать кончики языка. А вот с головной болью сложнее. Способ-то я знаю, но он никогда не срабатывает. В тенечке и о главном можно подумать. Итак, я куда-то попал. Как и зачем не знаю. Да и не так уж это важно в данный момент. Ну, попал и попал, не страшно. Пока, во всяком случае. Страшновато это, когда шторм и обледенение. Вода за бортом минусовой температуры и не замерзает лишь потому, что соленая, и все время в движении. С каждой новой волной на палубе нарастает все больше льда, а тонкие тросы такелажа становятся похожи на прозрачные столбы. И необходимо с этим как-то бороться, с помощью ломов и чьей-то там матери. А еще следить за тем, чтобы тебя самого с очередной волной не смыло за борт, Правда, за бортом и воды-то нет. Только миллиарды перекатывающихся тоненьких ледяных иголочек. И спасти никто не сможет. Просто нереально. А если со льдом не бороться, то и до оверкили недалеко. Страшно бывает и тогда, когда остаешься вдвоем с водилой в сломавшейся машине на зимнике, по которому почти и не ездит никто. Раз в 3-4 дня, если повезет. На улице ночью под 60, и вся надежда только на то, что двигатель не заглохнет и топливо не закончится. Костер не поможет. Пока спереди все обгорать будет, сзади все обморозится и наоборот. Здесь же красота. Солнце, море. На соседнем кустике финики растут. Ну, может и не финики, но очень похоже. Сейчас мне не страшно, а просто-напросто обидно. Где мои водонепроницаемые милитари? Где раскладной нож с множеством лезвий? Даже пила и напильник имеются. Где, спрашивается, жилет с огромным количеством карманов, наполненных всякими полезными вещами? В конце концов, где мой замечательный охотничий нож из стали превосходного качества, сделанный на авиазаводе? С наборной рукояткой из кусочков бересты, благодаря которой рука не мерзнет на морозе и не скользит от крови и жира. Да что уж там, трусов и тех не оставили. Я внимательно осмотрел себя. Как будто бы все на месте. Все мое и ничего не изменилось. Черт могли бы и добавить кое-где. Кто же из нормальных мужиков об этом втайне не мечтает? Это я о бицепсах. Так, а может изменения чего-то другого коснулись? Начнем с ума. 7ю8 56, 59 45. 13 на 69. Скучно. Вывод. Ум по-прежнему острый. Может быть, я теперь летать умею, и стоит попробовать? Я рассмеялся, представив, что голышом бегу по кромке прибоя и усиленно машу руками. Голова почти прошла. Только ощутимо жгло плечи. Интересно. А вдруг у меня цвет глаз изменился? Только зрачки трогать не нужно, не приведи Господь, вертикальными станут. Это у покойников они такие. Перед тем, как делать реанимацию, надавливают с двух сторон на глазные яблоки. Если зрачки становятся вертикальными, то нет смысла делать искусственное дыхание и массаж сердца. Нет, не хочу зрачки, как у жмура. Хочу белокурые волосы. Я отращу их подлиннее, и когда побегу навстречу любимой девушке, они будут красиво развиваться на ветру. Выдрав парочку волосинок, я убедился, что из шевелюрой все без изменений. В принципе, можно было и не драть волосы на голове. Они не только там растут, и везде одинакового цвета. Зато еще раз убедился, что не сплю. Ну и что мне теперь со всем этим делать? Первонаперво водиться необходимо испить, чистой и холодной. А затем? Сложный вопрос. Но ответить на него все же можно. Необходимо куда-нибудь идти и обязательно куда-нибудь прийти. В принципе, все, что я вижу, не очень отличается от того, что привык видеть раньше. Не дома, конечно, в тропиках. Если быть точнее, то в субтропиках. Правда, краски здесь ярче, чем те, к которым я привык. Ярче выглядит море, небо, зелень деревьев прямо как на рекламных буклетах, зазывающих туристов на заморские курорты. Как стемнеет, появится возможность определить по звездам, в каком полушарии я нахожусь. Но в любом случае сначала нужно найти воду. Решив, что в воде для начала неплохо просто посидеть, слишком уж горят плечи, я вернулся к морю. После водных процедур стало легче. Вода оказалась не такой соленой, как в Тихом океане, но и не слишком пресной, если сравнивать с Каспием. Ну и в какую же сторону мне сейчас направиться? Если это остров, то я в любом случае вернусь сюда. Мимо точно не пройду. Больно уж вершина приметна у скалы, уходящей в море. На голову сфинкса похоже. Вряд ли где-нибудь найдется что-то похожее. Природа не любит повторяться. Чисто по-мужски хочется пойти налево. Еще бы разобраться, где это самое лево находится. Встанешь спиной к морю, с одной стороны, Повернешься, соответственно, с другой получается. Подойдем к делу с практической стороны. Если я пойду навстречу Солнцу, которая, кстати, уже низко над горизонтом значит дело близится к закату, то оно будет все время слепить мне глаза. Отправлюсь в другую сторону, будет жечь плечи. Но с этим легче. Достаточно посмотреть вам на тот куст с яркими синими цветочками. Листья на нем такие большие, что вполне прикроют не только плечи, но и много чего ниже. Не помешало бы еще и одежды обзавестись, хотя бы не набедренной повязкой из травы. Слишком уж некомфортно в полном неглеже и с плащом на плечах. Надеюсь, найду по дороге что-нибудь подходящее. Напиться мне удалось значительно раньше, чем набрести на источник воды. Неподалеку я обнаружил кокосы, которые не отличались от привычных мне ни формой ни цветом, ни вкусом. С насущными делами вроде бы худо-бедно разобрался. Теперь нужно войти в боевой транс. Абстрагироваться от окружающей действительности и топать, топать, топать до самой темноты. Только как в этот самый транс войти?